Всем привет! С вами канал Стофики и я, ваш любимый Санечка. Сегодня у нас 25 марта, и мы вырвались на рыбалку, на ночную рыбалку. Находимся недалеко от нашего поселка, и у нас сегодня принимает участие в нашей рыбалке Саня. Саня, покажись. Его папа Коля. Сань, посвети на папу. Вот он. И Юрка. Сидим с обогревателем, с легеньким обогревателем, который не сильно греет. Под нами глубина 1,20 м от силы. Клюет плотва огромная. Ну, по-нашенски это, конечно, сорога. Я вам сейчас покажу, Калин, посвети. Вот она какая, и вон уже сколько мы ее наловили. Сидим буквально где-то часик. Ловим мормышки обыкновенные. Ну, естественно, есть еще отводной поводочек с крючком. И вот, честно могу сказать, что больше, конечно, поклевок у меня. Больше поклевок на крючок. А Колька ржет. Хотя в остальных, конечно, и говорят, что клюет на мормышке. Ну что ж, будем смотреть, как оно клюет у нас. Каленька у нас даже сегодня ловит на поплавок. Потому что я уже лето хочу. Ты маленький мой, лето он хочет, я тоже хочу. Ловим сегодня на все. На опарыша, на вымя, на тесто. Но клев, конечно, больше на тесто. Я ее поймал, Юрка. Вот он ловит, а я вытаскиваю. Значит, зачет мне. Да. Ты, блядь, не спасти утащил. Что, ведь течение перестало? Не успел хайкель прийти. Перестало. И вот он уже рыбачит вовсю. Перестало течение. Калюнька вот такую вот сделал удочку из деревянной, из веточки. Высушил ее. Туда, смотрю, он из проволочки сделал мотовильцы. Не просто высушил, я ее еще вскипятил растительным маслом. Ох, какая! Ну, решили немножко похомячить. А сколько время, Юр, посмотри? Около нормального. Временем. 21-20. 21-20. А наловили
Это вот уже опустошили ее, потому что уже не влазило. Вот пакет стоит, полный пакет стоит. Во. Котлет. Так. Сейчас уже вторую кошелку набиваем. Решили, покуда на каждого кошелка не будет набита, мы отсюда не уйдем. Каленька вытащил рыбу и себя поймал за штанину. Ого! Нифига себе! О как! Вот это да! Грамм 300-400 будет, да, Коля? Только такую ловим. Снимай, маленький. Юрка такой, не надо, не снимай, это маленькая, не снимай. Нет, я сниму, ты ее сейчас выпустишь. Нет. Как выпусти? Нет? Выпусти, покажи на камеру. Подожди, подожди. Готово, давай. Она посралась и бедовала. От счастья. И фонарик вот тоже. Ну что ж, вот и заканчиваем мы нашу рыбалку. Время уже у нас 12:30. Мы сейчас идем домой. Вот у нас вторая кошелочка. Потому что наловили вот сколько. Вы смотрите наше видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. С вами был канал Стофити и я, ваш любимый Санечка.